Hey, всем привет, друзья! С вами Крис, вы на канале Крис Плейс Плей. Мы продолжаем Frostpunk, вторая серия, второй части, предыдущей серии. Можно посмотреть здесь по ссылочкам с плейлистами, со всем остальным. Погнали! Второй, так, у нас день какой? У нас ночь. У нас еще даже пока рабочий день не начался. Пиздец, у нас один коллега. Одинок в этом мире. Фред Астор. Беспокоит холодное жилище. Деятельность на лечение, чего? Эх, мужик. Чё ж ты так заболел-то у меня, был дурачок? 17 больных. Так, нам надо сейчас, знаешь, что построить? Медпункт. У нас опять санитарный пункт. Не хватает людей. У нас не хватает людей, они все болеют. Это плохо. Надо строить медпункт. Срочно. Значит. И паровой центр. Паровой центр мы можем сделать где? Вот здесь. Технологии. Чего, не хватает стали? Блин, стали не хватает. Стали не хватает. Дерева тоже мало. Значит, давай оставим на первом уровне, потому что что-то они у меня жалуются, что им холодно. Они у меня замерзают. Так, людей надо кормить. Значит, инженеры. Инженеры. Сюда, на кухню. Трое. Паровой центр. Вот сюда мы ебанем паровой центр. Людям холодно, их надо греть. Вот сюда. Да? Вот. Вот так. Ну пусть будет так. Пусть будет вот так. Здесь все делаем, здесь делаем. Сталь. У нас очень мало стали. Дерева тоже, конечно, немного. Но стали прям пиздец как мало. Стали прям не хватает. Стали прямо не хватает. Стальные обломки. И сюда особо никого не добавишь. Ящики древесины. Ну тут тоже по максимуму собирают. Ну так. То есть, то нет, то есть, то нет. Да? Сейчас паровой центр сделаем. И будет им нормально, тепло, хорошо. Здесь уже можно отключить, да? Генератор отключается. Генератор отключается. Они пока так нормально функционируют. Минус 30. Ну, как бы... Не минус 40. Уже хорошо. Сюда надо людей. Кухня. Так, убираем отсюда. Сюда двоих. Пусть лечат. Потому что у меня очень много больных. Мне надо их лечить. Нельзя допускать того, чтобы люди болели. Двойные пайки для детей. Хорошая мысль. Да. Потому что детям нужно хорошо питаться. Это наше будущее. Это наша надежда на спасение. Детей кормим обязательно и всегда. Что здесь такое-то? Почему вот, да, отсутствующих по болезни минус 4? Болеют, ребята, да, понятно. Отсутствующих по болезни минус 3. Болеют, надо срочно их лечить. Минус 2. Так, на кухне нам пока не нужен инженер. Его отправим вот сюда. Да, в санитарный пункт. Надо вылечить людей сейчас, постараться. Прям постараться и вылечить. Мастерская. Мы делаем угледобытчик. Угледобытчик, да. Он нам пригодится, потому что угля у нас, в принципе, немного. Он скоро закончится. Вот, поэтому уголь надо у нас... Надо экономить. Ну и делать шахту вот сюда, куда-то ее хуярить, чтобы она нам добывала уголь. Вот. Вот такой вот план у меня. Значит, так, дерево добывается. Что случилось? Испуганный пациент. Один из наших стоит на пороге смерти, но все равно отказывается ложиться на ампутацию. Он все время кричит, что не позволит никому прикоснуться к его ноге и не придумает. Пусть даже гангрена убьет его за считанные часы. Оставьте его в покое. Потому что я в прошлый раз отрезал ему ногу, он все равно покончит жизнь самоубийством. И, ну, что хорошего. Оставьте в покое, дайте человеку. Пусть надеется. Ну, не хочет жить. Я не буду никого заставлять здесь жить. Пошли вы нахер. Хотите умирать? Умирайте. Те, кто хочет, они спасутся. Генератор отключается, да. Изучена технология угледобытчика. Хорошо. Что дальше мы изучаем? Быстрый сбор. Нет, это нам не надо. Нам надо обогреватель поставить. Вот что нам надо. В первую очередь обогреватели. Угледобытчик. Мы куда построим? Мы построим ресурсы. Угледобытчик.
Закачивая воду под давлением в подземные месторождения угля, угледобытчик вымывает ценный ресурс на поверхность, в результате образуется куча объемов до 560 единиц угля за обычный рабочий день. Этого достаточно для двух постов добычи. Базовый уровень тепла 1, 15 древесины. Куда я можно поставить? Что здесь должно стоять, вот на этих местах? Непонятно. Как это работает, хуйня? Давай сюда ебанем. Я не понимаю, как это будет работать. Ну пусть будет здесь угледобытчик наш. Так, ребят, вы пока отсюда уйдите все, давайте вот сюда. Да, сделайте нам эту шахту. Здесь чего? Рабочих. Пока не надо. Не, давай сделаем. Ну, наш сколько? Вот так, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блять. Погиб один из наших людей. Что? Первая смерть. Один из наших только что умер. Болезни, несчастные случаи и смертельный холод будут уносить жизни. Таков этот суровый мир. Нужно придумать, как избавиться от тела. Так, открыть книгу законов. Давайте. Я знаю, как придумать. Кладбище. Здесь даже два варианта, да? Мы построим кладбище, чтобы наши мертвецы могли достойно обрести покой. Избавление от трупов. Ну да, будем строить кладбище. В прошлый раз я избавлялся, они были недовольны. Ёб твою мать, как так, что за хуйня? Болезненная смерть. Пациент, отказавшийся от ампутации, только что умер от гангрены. Мы сделали все, что могли, чтобы облегчить ему боль. Но перед смертью он ужасно страдал. Но это был его выбор, так и есть, он сам решил. Я хотел ему помочь, он сказал, типа, нет. Ага, охуеть, да? Непопулярное решение. Ну, понятно. Понятно. Ладно, хуй с ним, пошли в жопу. Непопулярное решение. Совсем что ли охуели? Он сам хотел. Тут, знаешь, какое не прими решение, они вечно будут все недовольны. Вот так. Будут недовольны и постоянно. Холодные жилища. Капитан, некоторые обеспокоены несколько температурой в жилищах. Люди резонно замечают, что из-за холода можно легко заболеть и просят что-нибудь предпринять. Обогреем все дома. Разумеется, все. Так, недовольство падает, надежда растет. Все хорошо. Все у нас крутится, мутится, функционирует. Так, отсюда одного убрать. Сюда в медпункт добавить. У нас не хватает людей. Максимум, вот так. Че там? Так. Кто там рыдает? Что происходит? Почему плачут? Вроде все нормально, да? Обогревается, все есть. Все равно недовольные. Все равно будут всегда недовольные. Значит. Увеличиваем скорость, побыстрее все это пройдет. Ну и че? Мудрость толпы. Капитан, когда от вас что-то требует, помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения, а не лучшие. Не обязательно соглашаться со всем, о чем вас просят. Если найдете свое решение, отлично. Да, спасибо. Хорошо, это очень важное, мудрое решение. Я-то, конечно, сам не знал. Куда вот эти пошли? Куда эти пошли, ребят? Чего не хочет? Что они делают здесь? Собирают металл? Это они молодцы. Это они хорошо придумали. 15 человек, да, собирать металл. Молодцы. Нехуй здесь, конечно, прохлаждаться. Работайте даже ночью, да. Хотя вы должны отдыхать, потому что вот это место у меня работает с 8 до 18. А сейчас 21 час. Представляешь? Это, кстати, что у нас? Сталь. Это у нас сталь. А дерева у нас, как обычно, не хватает. Ну да. Максимально. Семерых. Вот отсюда мы уберем. И сюда их всех ебанем, да? Ну и пусть остальные здесь будут. 5 детей. А, еще 7 доступно. Это уголь. Мне не хватает дерева. Вот давай вот сюда. Уйдите вот сюда, здесь как раз потеплее. Хотя и там тепло. А здесь чего? Стальные обломки. Здесь сталь по максимуму. Здесь по максимуму. Здесь максимум. Здесь пятеро, но больше не добавишь. Больше у меня людей нет. Больные. Больные у нас, конечно, сука, не лечатся совершенно почему-то. Они вечно у нас болеют. Значит, вот решение. Мне пока надо ждать закон. Я не могу принять закон о кладбище. Но хранить, конечно, нужно. Будем хранить обязательно. Сделаем нормальное кладбище.
В прошлый раз я сделал им снежную там какую-то. Просто место определил, куда выкидывать трупы зимой, чтобы они там складировались. Но им это не понравилось. А сейчас нормально, видишь, недовольство небольшое. А, вот избавление от трупов плохая медицина. Ну, не знаю, чем она плохая, это наша медицина. По-моему, я делаю все, что могу. Сделал там, закон принял о том, чтобы о людях заботились. Медпункты у меня полны инженеров, которые их лечат. Вот здесь всего один, видишь? Но, я думаю, знаешь, что можно сделать? Можно сейчас медпункты забрать. Сюда их, побыстрее. Мне просто... Они заболевают, потому что холодно. Мне надо побыстрее все это разработать. Позволит использовать обогреватели для отопления в рабочие часы каждый работающий. Мне надо побыстрее это сделать. Сколько это еще будет делаться? Еще 7 часов. Ну, я думаю, часов 8 займет, да? Значит, к утру они должны все это сделать. Блять, а у меня увеличилось количество этих больных. Давай сюда добавим. Вот так. Здесь нет никого. Инженеров. Рабочий инженер 0. Здесь инженер 0. Здесь инженеров нет. Инженеры, они, блядь, на вес золота. Они пиздец. Они и лечат. Они и производят. Они и там и разрабатывают. Всю хуйню делают они. Понимаешь? Поэтому инженеры, их надо все время перераспределять. То туда, то сюда, то туда, то сюда. Вот сейчас уже подойдет закон, мы примем закон. Примем закон о том, чтобы хоронили людей нормально. Чтобы не была инфекция в городе, чтобы не было заразных всякой хуйни. Ну чего ты, блядь? Вперед, ребята, да, у нас еще уедет. Да, принимаем решение, я могу принять решение. Е и кладбище. Избавление от трупов нет. Да, нормальное кладбище, подписать. Так, подожди, слишком быстро, блядь. Я не успеваю никуда. Значит, еды не хватает, да? Пиздец. Не хватает еды. Убираем отсюда двух и на еду. А, нет. Сюда, подожди, ну что за долбоёб? Можно же охотников убрать нахуй. И сюда. Все, 5 человек готовят на кухне. Генератор. Отключаем. Вы обещали, что обеспечите людей теплом, вы не сдержали обещания. Блять. Ребят, простите, я включаю, все, нахуй. Я включаю, блять, простите, что вы такие нежные у меня. Я вам все тепло оставил, все, не пиздите. Хотя они и так уже обиделись, пошли они в жопу. Надо их кормить сейчас, накормим. Сталь мутится, это мутится. Ра-ра-ра-ра-ра. Людей у нас как-то особо, да, не лечит. Кухня, кухня, кухня. 15. Сюда. Да, не, давай. Здесь будет у нас 10. Здесь 5. Просто мне не нравится, когда... Подожди, откуда у меня столько свободных людей? Здесь 5, здесь 13. Охотники, да. У нас нет продуктов больше. Генератор отключается. Сука, блядь, включаем. Что случилось? Нужно больше больничных коек. Ну а хули, я не могу. Зачем строить больничные койки, если мне не хватает инженеров? Обычные люди там работать не могут. Понимаешь? Не могут они там работать. Вот угледобытчик, он мне хоть что-нибудь приносит? Закрыто в это время суток. Что мне сейчас построить? Здоровье, дом... А, дом опеки надо построить. Вот что надо сделать. Дом опеки построим. Да, ну вот здесь построим. Я же обещал дом опеки построить. Вот, сейчас недовольство упадет. Надежда повысится. Люди. Кладбище надо еще строить. Что надо кладбище строить? Где его строить? Ну давай вот здесь на краю построим кладбище еще. Ой, блядь, сколько всего надо строить? Так, на лечение 15, больных 8. 2 коллеги. Понятно, 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 понятно. Еда пока есть? Пока, блин, у нас заканчивается еда, видишь? Обещание медицинской помощи выполнено. Вы помогли больным, они и их семьи благодарны вам, надежда растет. Я понял, спасибо. Значит, убираем отсюда сюда и давайте сюда. Мне максимально надо разработать срочно маяк и идти спасать людей. Ну, которые там где-то хуй знает где. Что еще можно построить? Кладбищем дом опеки мы построим.
Это есть пост добычи, технологии. Так, это нам пока не надо. Значит, нам сейчас надо добывать дерево. У нас и сталь. Но нам надо все добывать. У нас, как обычно, всего не хватает. Да? Это строится, значит, сейчас можно это все ускорить. Обещание выполнено. Дом опеки построен. Хорошо, надежда растет. Построили кладбище. Хорошо. Все, недовольство падает, надежда растет. Все заебись, все делаем. Все аккуратненько, все хорошо, все чётенько. Еда заканчивается. Вот сейчас будет недовольный. А, блядь, опять больные. Опять больные появились. Ну что за хуйня? Ну что за пиздец? Почему они появляются все время, когда не надо? Вот сюда, максимально, 4 человека. Все, лечим всех. 6. Видишь, уже 6. Уже 6. Почему-то. 15 боль... на больничном. Ебануться, как ты, сука, менеджер, сидишь какой-то, директор, и все это в ускоренном режиме происходит, и ты должен туда-сюда. С учетом всех обстоятельств, дела наши не так и плохи, да? Да, я знаю, что ваши дела не так уж и плохи, так что не пиздите на меня. Правда, угли заканчиваются, вот что мне не нравится. А так, да, дела ваши неплохи. Давай 5 сюда. А на уголь? 13 человек, да? 15. На уголь, у нас, видишь, уголь заканчивается. Нам уголь нужен. Эта хуйня вымывает нам уголь, и мы его собираем. Вот так это работает. Я так понял. Теперь нам пока вымывать ничего не надо, да? Нам надо вот сюда еще людей добавить. 15 человек. А это что? Пост добычи. 3. Сюда. И сюда 3. Вот, ну вот так. Распределим, чтобы здесь везде все было. Чтобы не пустовало. Везде что-то оставалось. Больных 6. 6, 6, 6. Да, the work shift starts. Дом опеки. Так, их там опекают, заботятся, лечат, вылечивают. Что можно построить? Паровой центр пока не надо. Угледобытчик пока не надо. Пост добычи. Пост добычи. А зачем нужен, да? Здешние работники собирают ресурсы из ближайших куч угля. Ящиков, древесины, груз стали. Куда его ставить? Просто вот куда его ебануть? И зачем? Так, проложим дорогу. Вот так, да? Так можно сделать. Хорошо, сейчас людей сюда направим. И у нас... А где охотники? Почему они нихуя не делают? Я не понимаю. Почему охотники ничего не добывают? Вот такой вопрос. Где еда? У нас скоро закончится еда. Так, здесь можно... Уровень мощности. Отключаем. Недовольство, да, недовольство. Ну, немножко недовольны будете. Зачем вам, блядь, днем обогрев здесь, люди? Я не понимаю. Что, ебанулись, что ли? Мне вот здесь надо в мастерской хуярить. А я все больных лечу. Все больных лечу. Так. Нет, давай сюда. Не, да, немножко. Блядь, сразу выросло количество. Сразу ебануло вверх. На... 2. Вот так. Как это, блядь, работает? В чем зависимость? 3. А, ну да, понятно. Убираешь инженеров, увеличивается количество больных. Значит. Если я еще одного уберу сюда, интересно, сработает? Должно стать 2, да? Да нет. Делают они мне дорожечку. Сейчас делаю дорожечку. И здесь все будет. Уголь у нас пока добывается. Здесь чего? Ящики древесины. Так а мне же... Подожди. Сталь. Древесины не хватает. Как обычно. Древесины типа нет. Один человек, да, будет хуярить здесь у меня? Ну ладно, отличное решение. Один человек будет работать. Строительство. У меня почему-то очень много людей на угле. Так, пора включать генератор, да?
надо поддерживать мощность. Благодарственная записка. Кто-то оставил в доме опеки записку. В ней написано: спасибо вам, у нас столько работы, что семьям тяжело заботиться о родственниках, инвалидах. Дома опеки сделают жизнь каждого из нас немного легче. Благодарю Бога, что хоть чем-то могу помочь. Ну ладно, так, можно закон принять. Можно принять закон. Закон принят. Похоронная церемония. Те, кто отдал свои жизни на службу городу, достойны высшей почести. Мы устроим для умерших церемонию похорон, чтобы вдохновить живых. Так, подожди, я здесь. Протезы. Да, давайте протезы сделаем. Если мы сможем возвращать коллег к работе, вот это хорошо. Протезы прямо заебись. Надеюсь, недовольство не вырастет, то, что они будут работать коллегами. Наконец-то коллеги смогут работать и помогать нам. Да, да. Можно сказать, что так мы вернем коллегам жизнь. Ну, блядь, недовольство выросло. Хотя нет, падает. Вот падает, да? Ну да, все пока вроде нормально там делается, да? Все крутится, мутится, вся хуйня. Так, слишком... Подожди, можно отключить уже? Ну-ка, я сейчас... Надо вот контролировать, видишь? Температура, она все время падает. Вот когда доходит до сюда, надо ее сразу же включать. Таким образом мы сможем... Мы сможем нормально функционировать. Это что появилось? Что такое? Протез. Ага. Охотничья хижина. Так, максимально. У нас опять заканчивается еда. Видишь, у нас еды совсем не осталось. Так, на кухню пока не надо. Давайте сюда, ребят. На кухню пока нам не нужно. У нас все там приготовлено. Еды особо немного. Нечего готовить. Нечего. Так, максимально. 7, ага. Я все беспокоюсь за уголь. Вот что меня волнует. Но и, сука, дерева нет. Вот сюда и сюда. Ребят, давайте дерево собирать. Дерево нам прям надо. Надо собрать. Я понимаю, что там холодно, ну, блядь. Ну, а что делать? Что делать-то? Да, надо собирать дерево. По-другому никак. Так, почти уже доделали. Дерево технологий. Обогреватели. Следующее, что делаем? Маяк, да? Лесопилка. Что надо сделать? Позволяет строить лесопилки. Позволит строить сталелитейный завод. Изучение мира. Ну да, сделаем тогда этот маяк. Изучать мир надо. Изучать надо. Изучать и смотреть, кто где. Может, людей каких-то спасем. У нас будет больше народа, будет проще. Сейчас не хватает людей. Да. Не хватает людей. Медпункт. Видишь, пока никого... Что случилось? Ну что случилось? Холодный жилище. Да, блядь, пиздец. Обогреем все дома. Ребят, все будет. Хотя у вас температура еще нормальная. Я не знаю, что вы еще нервничаете. Вот, пока баланс удается соблюдать. Недовольство маленькое, а вот надежда нормальная. Благодарствую. Благоприятное решение. Обещание выполнено. Да, все. Я молодец, пишешь. Я молодец. Стараюсь. Забочусь. Теплом снабжаю. Едой снабжаю. Строим все, медпункты, дома опеки, всякие кладбища, обогреватели, то все, станции, все пятое-десятое. Так. Здесь у нас нормально. Я жду охотников. Без охотников какой-то пиздотрон. Прям пиздец. Вот прям сложный без охотников. Вот куда вы пошли ночью? Вот куда они пошли? А, это охотники, они пошли с едой. Ну это молодцы. Это вы молодцы. Это вы хорошо придумали, ребят. Я прям горжусь вами. Видишь, как уголь уходит? Прям ухуяривает этот уголь у меня. В аут. Больных очень много. Очень много больных. И долбоебый инженер у меня ничего не делает. Они нихуя не делают. Понимаешь? Надо их срочно сюда добавить, чтобы они хоть что-то делали. С учетом, так, мы пережили еще одну ночь. Это дорогого стоит. Да, это, блядь, не дешево. Здесь что? Пост добычи. Значит, людей 0.15, 10.20, ага. Так, всех отсюда. Ящики древесины. Стальные обломки. Куча угля. Дерева не хватает. Вот хуёво. Это просто хуёво. Детей отсюда в аут. Вот сюда на уголь. Мне просто нужен уголь. Максимально 6 человек. Ну и древесину, да, будем собирать.
Тихонечко так. Тихонечко и собирать, подбирать. Убирать, собирать, выбирать. Стараться, короче, будем. Будем стараться. Пост добычи. Нахуй так много, много здесь? 7 детей. Мне надо на уголь вот сюда детей добавить. Работает. Ну, здесь пока уголь есть. Здесь пока ничего не надо. Так, кухня. На кухню надо людей. Максимально. 4 детей. Сюда, хорошо. Сюда не добавишь уже никого. Почему-то. Давай сюда на пост. Вот так, 3. Хорошо. Здесь есть, есть. Больных 9, да? А, все, готово. Обогреватели готовы, хорошо. Изучение мира, маяк. Че, не хватает дерева? Не хватает дерева! Пока что. Всех нахуй инженеров отсюда пошли. Сюда. Нет пункт. Всех. Пока я здесь думаю, надо людей подлечить. Так, кашка варится. Кашка варится. Дальше, что у нас? Осталось 10 часов. Блять, это хуёво. Это хуёво. Мы так ночь не проживем. Да, блять, опять как вы заебали. Как вы меня заебали? Дерева не хватает, стали не хватает, никого не хватает. Маяк, мне просто его не сделать. Ресурсы. Лесопилка. 10 дерева. Надо маяк, надо делать маяк. Мне даже говорили они сами, что надо делать маяк. А я не делаю маяк, я нихуя не делаю вообще. Пост добычи. Повышает температуру, дарара. Рабочие будут собирать уголь, рабочие будут собирать сталь. Так, а что тогда? Если так, то давайте на пост добычи их всех ебанем, да? Здесь то же самое. Куча угля. Все на пост добычи по максимуму. 10, да? Вот так. Ага. Ну, вроде всех распределил, да? Вроде больше никого никуда не добавить. Кухонка. Отсюда можно детей убрать и направить их сюда на пост добычи. Да, вот так. Все, получается. Что у нас еще? Сейчас нам надо сделать маяк. Пока не хватает дерева. Пока не хватает дерева и стали. Это плохо. Это очень плохо. Ждем дерево, пока будет. Вроде вот так, подожди, вроде готово, да? Может. 20:35. Что случилось? Мольба ребенка. Капитан, мы нашли продрогшего до костей мальчика рядом со свежей могилой на кладбище. Должно быть, он провел там много времени. Он хочет, чтобы вы созвали экстренное заседание. Говорит, если вы согласитесь, его мать проснется и придет. Что за, блядь, бред? Он должен пережить утрату. Вот только такой вариант, и все. Ну а что? Ну как, блядь, что еще там можно придумать? Что за чушь-то? Включаем. Обогревать. Обогреваем, ребят. Обогреваем и вас. Видишь, как тут все быстро происходит? Прям пиздец, ну, блядь, надо ебашить. Мы пока людей лечим. Недовольство падает, значит, да? Обогреватель. Я ничего разрабатывать не могу, потому что мне дерева не хватает. И стали. Мы сейчас добываем уголь. Дерева очень мало. Его постоянно нужно куда-то там засовывать. Дерево производить. Что-нибудь там сделай это, сделай то, сделай все. Пятое, десятое. Блядь, дерево. Сука, надо постоянно дерево. Видишь, мне не хватает еще 2 дерева, чтобы сделать маяк. Маяк. Маяк я еще здесь не делал. К этому дню меня в прошлый раз уже, видимо, изгнали. Так, я не проматываю вперед время, потому что я думаю, что дальше делать. Я жду вот здесь момент, когда у меня появится. Появится 20-е дерево! Где ты, мразь? Вот он. Источник ресурсов истощен, куча угля. Че? У нас. А.
Понятно. У нас не хватает... А, все, больных нет, да? Можно отсюда всех убрать. Вот сюда направить. И сделать маяк. Начать. Так, они будут сейчас разрабатывать там маяк. Они молодцы. Они будут разрабатывать маячок. Видишь, что-то ходят люди. Да? Пошли наши. А, это охотники, да, уходят наши. Охотники уходят. Ну что-то они как-то еду не приносят вообще. У нас еды прям, блядь, нет. Сразу больные появились. Сразу появились больные. Ладно. Добавим сюда. Так. Вот так. Все, больных нету. Поддерживаем ровненький, четкий баланс. Надежда почему-то не растет. Я стараюсь, я развиваю, я все делаю. Блядь, но надежда не растет. Три коллеги, 11 больных. И это с учетом того, что у нас 70 человек. 7 палаток по 10 человек. 70. А у меня получается минус 14. 66 человек у меня только работает. Этого мало. Но такой город огромный, этого просто очень мало. Да. Дэм. Значит, сейчас у нас можно будет после ночи принять закон. Подумаем, какой закон мы примем. Давай посмотрим. Значит, закон принят. Дом опеки. Протезы. Похоронная церемония. Суп. Даже суп. Мы можем готовить пустой суп вместо полноценных блюд, чтобы накормить тем же количеством продуктов больше людей. Но и отхуево. Мы можем добавлять в еду опилки для сытости. Что? А нахуя это? Лучший способ снять напряжение – это посмотреть хорошую драку. Ебнули что ли? Ну вот там драк здесь не хватает. Прям долбоебы. Чрезвычайная смена. Нет, пока это не нужно. Детский труд. Пока это не надо. Пока что, знаешь, следующее, что мы сделаем? Суп. Вот пищевые добавки. Нет, нахуй нам такой суп. Так, бойцы. Новая постройка, бойцовская арена. Бои по вечерам снизить недовольство. Необходимо будет построить... Ну да, вот это можно будет сделать. Да, бойцовская арена, я думал, это хуйня. Но на самом деле, зато они будут, не будут такими недовольными. Будет у них какое-то там развлечение маломальски адекватное. Ну а чё? Пусть так. И хули, блядь. Ничего не происходит, да, вот здесь? Инженеры спят. Не думают. Вы должны ночью думать, ребят. Должны думать, блядь, заботиться о нас. А вы нихуя не делаете. Что за долбоебы, а? Ну что за дураки? Ой, пиздец, у нас угля. Смотри, сколько у нас угля. Просто посмотри на количество угля. Количество угля у нас просто критическое. Максимум сюда. Нам даже сейчас нахуй сталь-то не нужна. Все на уголь сейчас, ребят. Надо максимальное количество угля собирать. 7-15. Ну да, вот сюда еще троих. Пиздец. Нам все, уголь вымыт. Надо сюда людей. 10 человек. 10. Остальные пока сюда. Что-то да, с углем там, конечно, я перестарался. Охотники вернулись. Так, больные, блядь, появились. Сюда сразу, инженеров. На кухню надо персонал. На кухню надо персонал, персонал. Откуда его можно взять? Ну, давайте отсюда возьмем троих. На кухню. Дети, наготовят там какой-нибудь кашки. Да? Сразу количество больных увеличилось. Сразу голодных куча, сразу. Сразу. Древесина. Древесина мне пока, знаешь, так не особо сильно нужна. Давай мы оттуда детей отправим. А куда их отправишь? Их особо никуда не отправишь. Месторождение угля. Постройте угольную шахту. Вот это такой, да? А нет, это угледобытчик. Это не угольная шахта.
Да уж, блядь. Сейчас надо думать, что делать с углем. У нас просто пиздец не хватает. Включаем. Отключается. Включаем, включаем. Не даем. Сейчас нагревается он и сразу отключаем опять. Будем таким образом вот пытаться экономить уголь. Потому что, ну пиздец. Ну как так? Почему у нас так мало угля? Стоп, стоп. И отключаем. Все. Нагрелся и охлаждается сразу. Нагрелся и охлаждается. Вот так и балансируем. По-другому я не понимаю, как тут можно. Тут постоянно приходится балансировать. Здесь не хватает все время чего-то. Надо искать, чего не хватает. Как это делать? Это непросто. Так, можно принять закон. Значит, закон, закон, закон. Бойцовская арена. Подписать. Listen, everyone. Жуть, как хочется увидеть добрую драку. Да-да, Молли об этом не говорит. Прямо как в старые времена. Отлично, ставки на бои. Лучше этого было только скачки. Ну да, ну да, ну да, ну да. Хорошо. Давайте сделаем, люди. Бойцовская арена. Ебанем ее сюда. Прямо около обогревателя, там будет хорошо тепло. Мне главное, чтобы они были все время довольны. Ну, такие. Чтобы были... Надежда была где-то на среднем уровне, а недовольство ниже. И тогда это, ну, такой баланс позволяет руководить народом, править. Все как в жизни. Все четко как в жизни. Пост добычи. Да? Куча угля. Уголек. Ну пока, я думаю, еще одну ночь мы с таким количеством угля протянем. Ну, бля. Ну это же совсем, это жопа. Вот то, что сейчас происходит, это полная жопа. Угледобытчик. Это у меня есть. А мне нужна угольная шахта. Я хочу посмотреть, как ее строить. Угледобытчик есть. Быстрый сбор. При скорости исследования. Быстрый сбор с улучшенными технологиями сбора и инструментами люди смогут добывать ресурсы из кучи угля, ящиков, древесины и груд стальных обломков на 15% быстрее, вне зависимости от наличия поста добычи. Ну да, мне пока строить нечего. У меня даже один угледобытчик не справляется. Ну хуя мне второй. В принципе, у меня пока все сделано. Вот сейчас бойцовскую арену нахуячит, да? End of shift. Блять, я думаю, я долбоёб. Надо отсюда всех убрать и всех поставить пункт вот сюда. А оставшихся вот сюда. Хотя, у меня же люди голодные, да? Видишь, они все время голодают. Надо отсюда, вот так, и сюда добавить. Максимально. Ну, чтобы наелись, потому что им прям пиздец холодно. Ой, в смысле, голодно. Им голодно. Чего закрыто в это время суток? Достигнут лимит хранения. И что это значит? А, вот она, куча угля. Прикольно. Куча угля. Хорошо. Тыры-тыры-пыры. Что происходит? Что у нас творится? Что делается? А, вот строят, да? Арену. Сейчас у нас недовольство будет падать. Недовольство будет падать. И вроде пока, да, особо ничего не сделаешь больше. Давай тогда промотаем вперед. Че? Отопление отключено, разумеется. Сейчас включаем. Ребят, простите, пожалуйста. Я долбоеб, что-то пропустил совсем это. Совсем пропустил. Бойцовская арена построена. Хорошо. Недовольство упало, надежда выросла. Участвует в бою Чарльз Мартен Фрэнк Шипворт. Шипворт. Так. Закон. А следующий закон какой можем принять? Вот идея. Пап. О, блять, это хорошо. Вот пап нужен. Пап, это прям хорошо. Закон о дуэлях. Ебанутые, что ли?
Но мы сделаем паб. Вот паб это будет прям заебок. Паб это прям очень-очень хорошо. Пабы, они всегда нужны. Пабы, они важны. Они позволяют людям расслабиться, сбросить стресс, снять напряжение, всю хуйню. Блять, как меня пугает цифры, когда вот так уголь, да, уходит, пиздец. Просто и все, и нету угля. На количество больных. Че у нас так много, да, их постоянно болеют. Постоянно они болеют. Мы бы хотя бы живы, да. Да, мы хотя бы живы. 7 утра, 8 утра, новая смена. Новая смена. Давайте тогда на этом мы сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на паблики. Все ссылки будут в описании под видео. Все, друзья, всем пока.